Не секрет, что строительство жилых многоквартирных домов, по которым заключены договоры долевого участия, не всегда проходит так, как было запланировано. Нередко бывают случаи, когда по разным причинам превышается срок строительства. Причем превышение это становится серьезной проблемой для граждан-дольщиков, надеющихся получить собственное жилье. Эта проблема решается благодаря объединению усилий представителей власти, инвесторов и правоохранителей. Сейчас в нашем муниципалитете, как и во всем крае, налажена комплексная работа по решению вопросов дольщиков. Она носит постоянный, системный характер, с тем, чтобы постепенно совсем искоренить эту проблему. В администрации Славянского района состоялось рабочее совещание, на котором были представители районных и краевых властей, инвестора, прокуратуры, а также дольщиков. Обсуждалось завершение строительства жилого комплекса «Отдельский», расположенного по адресу Славянск на Кубани, улица Октябрьская, 93/2. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что прогресс в решении этой проблемы есть, но сделать еще нужно многое. Пока не заключено соглашение, пока вы не видите, что там ведутся работы, а вот, наверное, все-таки финал – это завершение объекта. Мы не можем говорить о том, что мы эту проблему решили. Заместитель руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Василий Яковенко заверил собравшихся в поддержке всех усилий по завершению строительства. Всю методическую работу, связанную с процедурными вещами, с юридическими оформлением документов, мы будем прочитать, что подсказывает муниципалитету, нашему застройщику. Если какие-то будут вопросы у вас возникать, точечно, мы тоже будем рассматривать, подсказывать. Я что хочу сказать, что на сегодняшний день это комплексная работа, системная работа всех уровней власти. Всех. То есть наша задача построить, завершить объект. Завершение строительства этого объекта находится на постоянном контроле у районной администрации. И самого главного, найден инвестор, и дом уже обеспечивается инженерной инфраструктурой. Одновременно с решением вопроса по поиску инвестора администрация Славянского района проводила работу по обеспечению проблемного объекта ЖК «Отдельский» инженерной инфраструктуры. Так, по состоянию на данный момент имеются технические условия на теплоснабжение, договор на техприсоединение к центральной системе водоотведения. В ближайшее время будет оформлен договор на подключение к электросетям. Инвестор заверил, что у него есть опыт подобной работы, есть желание добиться намеченного. У всех общие интересы. Главное – добиться взаимопонимания. Принципиально все вопросы проговорены, все принципиально процедурные моменты проговорены. Вопрос прокуратуры, чтобы дольщики были в курсе дела, дольщики понимали этапы, понимали процедуру, понимали, где находимся, куда мы движемся. Вот для этого, в общем-то, сейчас собрание проводим и в первую очередь с активом. Лев Федоренко пояснил, что разработано инвестиционное соглашение, которое необходимо заключить между инвестором и дольщиками, а далее направить ходатайство в суд по вопросу снятия ареста с объекта жилищного комплекса «Отдельский». После снятия ареста инвестор намерен достроить многоквартирный дом в течение 12 месяцев. Закончилось совещание на оптимистичной ноте. У дольщиков появилась весомая надежда, что их проблема будет решена и они станут обладателями современных новых квартир. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».